Чтобы они были из песка. Нужно вот эту букашку, малашку. Амбисхен какао, амбисхен. Маргарин! Всем привет! Я Мугурдо. Я Ксюша. Вы снова на нашем канале. Пиздючки. И мы открываем новую рубрику. Рубрика... Длинушки от Ксюшки. И рубрика называется «Вкусняшки от сестрички». Многие уже знают, что нам нравится готовить всякую еду. Нет, мне нравится видео, мне нравится. Это мой канал. И мы решили, что мы вам будем показывать разные прикольные рецепты, которые будет просто приготовить. Ну, надеемся. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится эта идея. Так мы поймем, что вам нравится, и мы будем снимать еще больше. Ну что, ребята, мы будем начинать. Вы пока что подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Мы будем готовить попкейк. Это торт на палочке. Мы немножечко изменим этот рецепт. Сделаем немножечко по-другому. Для попкейков. Сделаем бисквитное тесто. Мы не будем делать бисквитное тесто. Мы возьмем бисквитные печеньки. Сейчас мы вам покажем, что нам понадобится. Нам понадобится песочное печенье, пончик и шоколад. Шоколад этот невкусный, с этим не делайте. Делайте вот с этим, он вкусный, а этот невкусный. Еще нам обязательно понадобится сливочное масло и еще кек. Это кек, он тоже невкусный. У нас специальные палочки для кека. Вы можете тоже использовать под чупа-чупс. И нам понадобится тарелочка. Они такие маленькие. Большая была тарелочка. Здесь мы будем делать наше тесто. Ну что, мы будем делать тесто? Открываем наши печенюшки. Тарелочку. Все, это не. Ставим 800 грамм печенюшек, чтобы они были из песка. Нужно молочко. Это нам нужно растопить. Не, раскрошить. Крошек, маленький. Делаем пюрешку. Мама, фу! Нам нужно выложить немножко, потому что неудобно. Ну, ма, большие, а не маленькие, понимаешь? Не маленькие. Пока Ксюша долбает печенье, я не знаю, что сделать. Нужно растопить масло. Хватит! Жрать нам это. Пока растоплю масло. Масло должно быть жиденькое. Я тут немножечко нацелила две крошки, видите? Маслица почти растопилась. Я почти закончила. Ксюша уже размельчила печенье. Как она тут насвинячила? Ты уберешь после себя. Боже мой. Ну что, ребята, теперь мы выливаем маслочко, которое я растопила. Здесь 250 грамм на 800 грамм печенья. Ксения! Ксения! Теперь хорошенечко перемешиваем. Ну что, ребятушки, сейчас мы засыпаем кек. Я не знаю, сколько это было. Вообще-то нужно 6 столовых ложек. Это уже одна. Да. Теперь вторая. Вторая. Может, я теперь перемешиваю? Пахнет фу. Синя. Я. Амбисхен какао, амбисхен коце. Иии. На пол так. На сколько? Теперь нужно вот эту букашку, малашку. Нужно хорошенько перемешать. Мы делаем шоколадную колбаску. Что надо? Знаете, такую колбаску, мы такую. Мы будем это делать попкейк на вот на палочке. Ну такие большие. Все, ребятки, вот так вот тут вас должно. Ксения! Ксения! Мы сахар забыли. Нам нужно 6 столовых ложек сахара. Все, хватит. Хватит! Хватит! Нужно, по-моему, было в масло. Нам нужно было сделать немножечко по-другому, но мы сделали по-другому. Но вы сделаете по-другому. Сначала, в общем, 6 столовых ложек масла. Нужно сначала растопить масло, потом насыпать какао и сахар. А сейчас мы эту кеку ставим в холодильник. Она немножечко застынет, и мы будем делать шоколад. Пока у нас заморачивается печенье, мы будем растапливать шоколад. Я беру вкусно, она не вкусная. Я здесь уже грею водичку. Нужно разломать шоколад, я его... То есть он уже полон. Ребят, какой шоколад вы больше любите? Черный, коричневый или белый? Мне все конечно нравятся. Же, мне все нравятся. Мне черный не мой. Теперь мы ставим шоколад на водяную ванну и помешиваем. Смотрите, она уже тает. Да, попробуйте, если шоколад вкусный. Милка всегда вкусная. Милка просто бомба.
Ребят, белый шоколад уже растает. Давай рассыпаем коричневый шоколад. Так, я здесь приготовила уже кокосовую стружку и посыпки. У нас нету других. Сейчас мы проверим, как оно застыло. Обязательно потом закройте пленочку. Нет, не закрывайте. Вроде застыло. Ну что, ребят, вот мы накатали вот такие вот шарики. Их теперь нужно заморозить, потому что они у нас падают. И мы, в общем, мы берем вот так вот и сюда вот так суем, и оно вот так вот. Ребята, прошел час, и посмотрите, что с ними случилось. Они замерзли. Они просто каменные. Я их даже не могу отсюда снять. О май гад! Ух ты, у нас получилось! Мы сейчас опять расстегнем шкаф, потому что у нас засух. Сюда мы будем ставить наши пупкейки. И это нужно делать быстро, а то они растают, и потом будут падать. А потом их снова нужно в холодильник. Ксюша придумала новую подставочку, смотрите. Видите, какая тёрка? Вот так вот мы будем вставлять. Падает, чукин. Я так рада, что у нас получается. Что, ребят, пока мы будем делать вот эти вот. Сначала нужно нам место. Сначала надо все убрать. Сейчас я буду вот этот вот попкейк макать в шоколад. Вот так вот обмазываем наш попкейк. Сейчас я не знаю, как это сейчас поставить. Сейчас нам это очень быстро нужно сделать, потому что вот этот вот шоколад, он сам тоже тает. Берем третий, не знаю, лолипоп. Ух ты, смотрите, как он получился. У нас еще есть другая стружка. Теперь я высыпаю эти шарики в тарелочку, чтобы можно было макать. Так, смотрите, как красиво. Шоколад быстро засыпает, так что нужно, ребят, быстро делать. Эй! Нет! Сейчас я буду делать остальные шарики, потому что у нас еще остались. Ну, Марит, у нас мало. Маргарита! Ну, хватит! Натурально, в пластик. Смотрите, как красиво. Ну, Маргарита! Вот. Ну, Маргарита! Я в кокос его хочу, потому что кокос вкусный. Нет, ну, Маргарита! Рафаэлька. О! Мира! Куло натурально, пластик. Вот такой красивый, из-за тебя он поломался. Нет, не твоя вина. Да, свет фантастический. Ну, ребята, короче, мы здесь уже все съели. Почти ничего не получилось, но у нас только 7 получились. Я делаю большую. Давай большой шарик сделаем. Взял вот один такой огромный шар. Давай, Йоханнес. У нас мало шоколада осталось. Да, ничего. В ТикТоке. В общем, ребята, заходите на наш инстаграм, ссылочка в описании. И пишите в комментариях, если вам нравятся вот такие вот видео. И мы будем еще для вас готовить. Очень вкусно. Но это не точно. Ну что, ребят, сейчас мы будем пробовать наш. Чокали. На самом деле это очень вкусно. Это вкус шоколада. Пейки получились очень вкусные. Ой, ну что, ребят, на этом мы заканчиваем. Мы объелись. Ну что, ребята, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока.